Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День святых Мефодия и Кирилла. Они – создатели славянской письменности святых, учителей славянских. Химки присоединились к празднику. В парке имени Льва Толстого выступили детские ансамбли и коллективы Дворца культуры «Родина». С приветственным словом выступили представители Русской православной церкви, депутаты и сотрудники администрации городского округа. Сегодняшний праздник, День славянской письменности – это тоже олицетворение России, образования. И вот в таком общем ключе мы сегодня для вас приготовили это прекрасное пение, этот вокал, этот сборный хор. День славянской письменности совпал с последним звонком, поэтому на сцене лучшие школьные коллективы химок. Всего в праздничном концерте приняли участие больше сотни химчан.